Я приветствую всех на своем канале Одесса 21 февраля 2023 года. Мы с вами, друзья, у Черного моря. Сегодня оно буйное. Наконец-таки оправдались прогнозы синоптиков. На сегодня передавали, что будет штормовое предупреждение, первый уровень опасности. Вот, как видите, волны сегодня на море есть. И достаточно такие сильные. Ветер дует сильный, местами прям с ног сносит. Так что погодка немножко в Одессе поменялась. Ну, а в принципе тепло, как бы, ну, то, что ветер ветром, а вот, ну, температура высокая и даже жарковато. Когда ветерок прохладный, если ветра нет, идешь, прям аж жарко становится. Море, как всегда, красивое. Ну, сегодня, видите, оно такое темное. По-настоящему Черное море, соответствует своему названию. То есть оно бывает такое голубенькое, синенькое, лазурное. Сегодня вот такое оно. Есть немножко людей сегодня. Во всяком случае, побольше, чем вчера. Гуляют, чайчи кормят. В Одессе все спокойно. Ладно, подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.